Одной из милостей Всевышнего Аллаха к своим рабам является то, что Он установил для них периоды времени для поклонения, во время которых награда увеличивается. И в эти периоды они соревнуются между собой в том, что приближает их к их Господу. И одним из таких благоприятных периодов являются 10 дней месяца Зульхиджа. Это по причине того блага, которое вложил в него Всевышний Аллах, причисленного недостатков и возвышен. И из-за почтения к своим рабам. Среди этих дней день Тарвы и день Питья. День Арафа и день Ан-Нахр, жертвоприношения. Также по их причине Всевышний поклялся и сказал, также пророк, мир ему и благословение, оповестил, что они являются наилучшими днями в мире, сказав, наилучшими днями этого мира являются 10 дней, то есть 10 первых дней месяца Зульхиджа. Говорит Абу Усман Ан-Нахди, праведные предшественники возвеличивали 30 дней. 10 последних дней Рамадана, 10 первых дней месяца Зульхиджа и 10 первых дней месяца Мухаррам. И каким образом нам встретить, провести эти дни? Передается от Ибн Аббаса, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, нет таких дней, совершение благодеяний, в которые были бы любимее для Аллаха, чем эти дни. То есть 10 первых дней месяца Зульхиджа. Ему сказали, о посланник Аллаха, и даже джихад на пути Аллаха? Он сказал, и даже чем джихад на пути Аллаха. Кроме человека, который вышел на пути Аллаха, рискуя своей жизнью и имуществом, и вернувшись ни с чем из этого. И праведные деяния объемлют все различные виды поклонения. Будь то пост, молитва, хадж, зикры, возвеличивание Аллаха, а также чтение Корана, расходование на различное благое и другое. И из установленного в эти дни соблюдение поста, за исключением 10-го дня, передается от некоторых жен пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что они сказали, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, соблюдал пост в течение первых 9 дней месяца Зульхиджа, в особенности в день Арафа, соблюдение поста, в котором стирает грехи прошлого и будущего года. Также из благодеяний, поминания Всевышнего Аллаха и возвеличивания. Сказал Аллах, и речь о 10 первых днях месяца Зульхиджа. К числу благодеяний в эти дни относится хадж, и это наилучшее, что было приказано в эти 10 дней. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «За безупречный хадж нет никакого иного воздаяния, кроме рая. Также благодеянием является жертвоприношение. И желающий сделать курбан должен прекратить стричь свои волосы и ногти с начала месяца Зульхиджа и до тех пор, пока не заколет свое жертвенное животное».